Здравствуйте, люди, здравствуйте, не люди. С вами снова я. Не первый, но и не последний московский видеоблогер. И вы находитесь на канале «Московский обжора». Ребятушки мои дорогие, для тех, кто не знает, поясняю. Сегодня ночью на моем стриме ко мне зашел Александр задонатил мне 200 рублей, поэтому огромное тебе спасибо, Александр, за донат в 200 рублей. И вот этот Александр меня попросил, чтобы я для него сделал обжорище. А знаете, ребятушки, на что он меня попросил, чтобы я сделал обжор? Вы, наверное, уже сами догадались. Правильно. Да вот на что, ребятушки. Вот на такое вот сало, короче. Обжор он меня попросил, чтобы я сделал на сало. Вот. И поэтому я сегодня ради него, ради Александра, не поленился, снова взял себя в руки, оделся, собрался, подпоясался как надо, обулся, уложил Ваньку в станьку на правый бочок и с нетерпением отправился вот за мясными деликатесами в фирменный магазин «Микоян». И вот я там сегодня, в принципе, вот для Александра купил вот такой вот кусок сала. Вот, посмотрите, ребятушки, как он выглядит. Вот такой вот кусок. Видите, ребята, вот он бывает, это у них одно мясо, вот, с мясной прослоечкой. Но я решил взять, чтобы было минимально этого самого мяса. Ну, говорят, вроде как с мясом лучше не брать, вроде как вредно. Но я в прошлый раз с мясом брал, а сегодня попросил, чтобы мне дали, вот, чтобы было больше, этого сала, короче, шпика. И вот я сам выбрал, короче, вот такой вот кусок я купил. Вот так вот он выглядит, посмотрите, пожалуйста. Уже время позднее, уже, ребята, поздний вечер, поэтому это вечерний обжор, вечерний обжорище, вечерний мукбанг для Александра. Вот, посмотрите, вот такое вот сало. Значит, называется шпик по-домашнему, вот, микояновский, классический вкус. Как-то я в том году, по-моему, если мне память не изменяет, я делал на сало, тоже микояновское, но только это оно у них в виде рулета сделано, вот, в виде рулета. А вот на такой вот я еще не делал, вот, на шпик. То есть его нужно самому будет ножом как бы резать. Вот, по-домашнему, значит, микояновский вот такой вот шпик. А здесь знаете, сколько в этом кусочке, ребята? 435 граммов. Вот так вот он выглядит, короче. Ну ладно, это в принципе не столь важно, конечно, вот. Давайте мы его с вами откроем и будем это дегустировать. И вот я сало это сегодня буду жрать, употреблять вот с такой вот горчицей. Другой у меня нету. Даже хрена нет, ребята. А кетчуп есть, но с кетчупом же не будешь, правильно? Поэтому я вот буду с горчицей. Хотя я, если честно, с горчицей не люблю. Потому что горчица весь вкус перебивает. Давайте откроем и отрежем. Вот. Так, для этого нам нужно взять острый ножик. Для того, чтобы нам это дело все открыть. Вот, эту упаковку. Давайте все откроем. Сейчас я, ребята, руки все испачкаю. Ну что, ради Александра, моего подписчика, не сделаешь, ради моего фаната, вот, который задонатил мне 200 рублей. Давайте откроем. Ой, свежий. Сегодня сделали. Ой. Оно, кстати, с перчиком, ребята, вот с перчиком. Вот, сейчас я только все руки испачкаю, конечно. Вот такое вот сало, короче. Вот видите, ребята, вот какое сало. Вот. Давайте, вот. Ох-ох-ох, как я уже его открыл. Ах, сейчас руки все испачкаю, но ничего. Вон, посмотрите, видите, ребята, какое сало, видите? Шикарное, красивое, да, на вид? Давайте мы нарежем быстренько. Это время у нас идет. Вот. Делаю, ребята, время, а потехи час. Поэтому вот с таким вот отрубным хлебом я буду его сегодня употреблять. Белого у меня вроде нету, поэтому с отрубным. Вот, сейчас я сделаю себе где-то 3 кусочка. Этого, наверное, даже много будет, потому что я, в принципе, есть не хочу, я уже наелся. Вот. Поэтому ради Александра я буду сегодня сало поздним вечером употреблять, дегустировать вот такое вот сало. Давайте, ребята, видно вам, надеюсь. Сейчас нарежем. Давайте это подальше. Сейчас мы сделаем вот так вот. Давайте, ребята,
потоньше нарежем. Вот, его надо самому резать, короче. Вот так вот. Да, мясо все-таки есть, но прослоечку я попросил, чтобы минимально было мясной прослоечки. Хорошо режется. Вот так вот. Давайте еще, что ради подписчиков своих, на все пойдешь. Вот я, ребята, отрезал вот такие вот кусочки. Вот, видите, как, какие сало. Давайте теперь сразу шкурку отрежем. Шкурку отрежем. Так, вот шкурку надо сразу ножом отрезать. Вот, это надо все очень быстро делать. Вот. И на хлебушек сразу кладем. Отрезаем шкурочки и кладем на хлебушек. Вот, очень жирное. Вообще микояновское хорошее сало. Вот. Так вот. Так, ну вот, ребятушки, сейчас я еще это отрежу. Так вот. Много даже себе отрезал. Ну все, ладно, вот так вот, короче. Три куска, вот. Ну давайте, ребята, за ваше здоровье. Вот, если будет мало, я потом себе еще отрежу. Что ради подписчиков не сделаешь, на все пойдешь, да, ребятушки, на все пойдешь. Поэтому вот такие вот пироги от московского обжорщика. Так, ну вот, все, ребята, всем привет, всем здорово, мои дорогие друзья и подписчики, мои фанаты. Вот, давайте будем пробовать вот такой вот сало. Александру спасибо за донат, за 200 рублей. Вот я купил на твой донат сало, целый кусок. Ну, правда, немножко доплатил я еще, вот. Поэтому за твое здоровье, Александр, за твое здоровье. А, горчица-то, ёлы-палы, я забыл помазать горчицей. Память-то уже девичья стала, поэтому забываю все. Вот. Вот горчица, видите? Ой, острая, русская, с русским характером. Вообще, я не очень люблю горчицы, потому что горчица, она все вкусы отбивает. Ну, вот, видите, как много намазал ради Александра. Давайте, попробуем. О, острое. О, вкусное сало. Нежное. Бывает, купишь, а там одна соль попадается в сале, что жрать невозможно. Его нужно, да, соль эту постоянно счищать. Вот. А это вот у них, как правило, соли сверху нет, только один перец. Перца очень много, но он такой, не ядовитый. Вот, видите, как много перца, но он не ядовитый. Вот. И это самое слабо соленое, практически вообще не соленое, жирное. И что самое прикольное в том, что его ешь, оно мягкое, нежное. Бывает, купишь сало других производителей, оно, его жуешь, и половину выплюнешь, как резина. А это вот хорошее. Главное, ребята, чтобы вам это хряк не попался. Ну, а как, потому что мясо, сало хряка нельзя есть. Оно очень вонючее, противное и вредное. А его, как правило, можно купить у недобросовестных этих самых торгашей. Это в основном на рынке вам могут подсунуть. На рынке или где-нибудь с рук. Поэтому покупайте только сало в хороших магазинах. В фирменных, в проверенных, в больших магазинах проверенных. Там уже вы купите сало с обычной свиньи. Вот, а то, не дай бог, так где-нибудь с рук у бабушки купите, а там окажется мясо хряка, и вы из дома убежите, жрать не сможете, потому что там эти у него половые эти гормоны, железы всякие. Ну, то есть нельзя это есть. А это вот вкусное, полезное, в сале содержится аскидоновая кислота. Давайте мотор сделаем. Мои подписчики всегда просят, чтобы я мотор делал. Не знаю, получилось, не получилось. Ну вас нафиг. Спасибо тебе, Александр, за донат, за 200 рублей. Вот, я на твой донат купил сало. Немножко, правда, доплатил. Вот, денежек. Потому что из этих 200 рублей еще комиссию взяли.
там сколько-то. Пришлось немножко доплатить. Но все равно спасибо тебе за донат. Так держать очень приятно. Вот. А я пацан сказал, пацан сделал для тебя. И для всех моих подписчиков, фанатов. Обзор. Поэтому спасибо тебе, Александр. Вот. Ты просил меня, чтобы я сделал обзор на сало. Вот я для тебя сделал. Ой, икаю даже. Ой, объелся. Давайте еще горчицей помажем. Вот, горчицей. А, ой, извините, ребят. Ой, ну что, естественно, то не безобразно. Ой. Да, меня сегодня на улице, ребятушки, для тех, кто еще не знает, я встретился, меня, короче, узнал мой подписчик, мой фанат, он ко мне подошел на улице, поздоровался со мной, я сначала немножко так это как бы удивился, как-то неожиданно все произошло, вот, но я человек осторожный, ну вот я, короче, это он со мной поздоровался и отблагодарил меня, что я крутой чувак, то, что они смотрят мой канал, то, что вообще прикольно все, и этот человек попросил, чтобы я Денису передал привет. Поэтому, Денис, если ты меня смотришь, привет тебе. А вот от кого, я что-то, блин, так и не понял. То ли он это не представился от кого, то ли я, может быть, забыл, потому что у меня память девичья. Он сказал, этот человек, который ко мне подошел, молодой такой парнишка, чтобы я Денису передал привет. Поэтому, кто сегодня ко мне подходил на улице, на остановке, вот, напиши обязательно мне либо ВКонтакте в личку, отзовись, либо под этим видео. Вот, я хочу с тобой поговорить маленько. Вот, поэтому отзовись, пожалуйста, кто сегодня меня встретил, кто сегодня ко мне подошел, мой фанат, мой подписчик, пожалуйста, вот, отзовись. Я хочу с тобой как бы маленько пообщаться, ну, познакомиться поближе и все такое. Поэтому, вот, ребята, поэтому Денису привет, вот. А от кого я так и не понял. Может быть, я забыл, не знаю. Как-то все произошло очень быстро. Вот. Я торопился. Шел по делам. На работу. Вкусное сало. Но с горчицей, ребята, я не люблю. Хотя, говорят наши врачи-диетологи, то, что с горчицей полезно. Но я люблю больше так, не знаю. Кто что любит. И все-таки с белым хлебом вкуснее сало есть. С белым хлебом я люблю. Хотя, говорят, лучше есть именно вот с отрубным хлебом, либо с черным. Но вот я люблю больше с белым. А сейчас я в данный момент ем именно с отрубным. За твое здоровье, Александр. Спасибо тебе за донат. Респект тебе и уважуха. Московскому обжорщику понравился. Понравился этот шпик по-домашнему. От Микоян. Вкусный шпик. Шпик по-домашнему. Вот. Микояновский шпик. Классический вкус. Нежный, жирный.
Вкусная вещь, да? Сейчас я еще кусочек отрежу. Вот. Еще кусочек. Так что за ваше здоровье, мои друзья и подписчики. Я вас всех люблю. Не забывайте подписываться на мой канал. Не забывайте ставить лайки. Вот. Дизлайки тоже ставьте. Делитесь моими видео в ваших социальных сетях, особенно ВКонтакте. И вот, пожалуйста, я обращаюсь к человеку, который сегодня ко мне вот подошел на улице 15 числа, 15 февраля 2019 года, где-то около, я точно не помню, около где-то 16 часов вот вечера. Поэтому отзовись, пожалуйста. И мы с тобой как бы, может быть, даже когда-нибудь еще раз встретимся, вот, подружимся и будем дружить. Я вас всех люблю. Как-то так. Иначе не могу. Вы все для меня родные. Я вас всех люблю. А на мой образ и на это внимание особо не обращайте. Это такой у меня образ. Ребята, всем мило не будешь, всем не угодишь. Да я не обязан никому нравиться. Я такой, какой я есть. У каждого человека есть свои как плюсы, так и минусы. И свои, естественно, недостатки. Поэтому Денису привет. Вот. От того человека, который сегодня ко мне подошел познакомиться. Вот. Ну, у нас очень быстро все произошло, как-то буквально считанные минуты. Ну и Александру спасибо за донат, за 200 рублей. Вот, для тебя я сделал обжор на сало. Очень вкусно было, я наелся, я тем более сытый был. Все, ребята, спасибо. Хорошего понемножку. Вот. Вроде ничего не забыл, вроде никого не обидел. Все, не болейте, пусть у вас все будет хорошо. Семейного вам благополучия, крепкого сибирского здоровья и долголетия. Все, пока. Я вас всех люблю. А это сало я доем. Да мне надолго хватит. Во. Видите, какой кусок. Громадный осталось, да, ребятушки? Пальчики оближешь. Вкусно, мне понравилось. Пятерку ставлю с пятерки. Высшую оценку. Все, пока, ребята.